разговоры о том, что вот эта попса, что она вся, что она все захлестнула, и все, и мы все, значит, находимся уже в дерьме, даже там не по шею, там, а выше макушки, и альтернатив нет, и все ужасно, вот это разговоры абсолютно несправедливые. Имеется вот этот наш попсовый мир, который мечется между телевидением и корпоративами, и, значит, главенствующей фигурой, в которой являются вот все эти продюсеры-кукловоды, а имеется совершенно другой мир, и это совершенно это не пересекающаяся вселенная. Имеется у нас масса интересной живой музыки, это не обязательно, скажем, рок, это и рок, это и клубная музыка, это и фольклор, это и бардовские песни, это даже там какой-то шансон, в конце концов, но они живут в совершенно другом измерении, и они выступают в клубах и концертных залах вживую, и распространяют они свою музыку в интернете, и при этом прекрасно себя чувствуют. Естественно, там нет тех доходов, которые у нас отстегивают там организаторы корпоративов, но тем не менее они выступают регулярно, имеют верных поклонников, имеют миллионы скачиваний в интернете. И это гораздо более достойная музыка. Разумеется, там тоже хватает своих графоманов и своих бездарей, вот, но тем не менее, на фоне вот всей этой басковщины, это несравненно более достойная музыкальная когорта. Так что говорить о том, что вот у нас вот попса и больше ничего, это неправильно. OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.